Ночная стрельба в столице. После ссоры с женой пьяный мужчина открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе. Три человека получили легкие ранения, они отказались от госпитализации. Молодым людям удалось выбить оружие из рук нападавшего, который скрылся с места преступления, а затем позвонил в полицию, чтобы сообщить об утере оружия. Якобы у него пистолет отобрали. По этому звонку правоохранители установили, где находится стрелявший, и задержали его. Свои действия подозреваемый объясняет алкогольным опьянением. В полиции пока не определились, как квалифицировать это преступление.